И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все также на Extinction. Короче, притомил я велика, честно, вот самку. Там не важно был какой левел, но желательно было топовый. Топовая самка была только 85 левел. Вот, поэтому, ну, какая уж притомилась. И честно, я надеялся, что вот они будут стрелять. Да, и это увеличит урон. От стрельбы урон не увеличился. Но, то есть, получается, если вкусаешь, ну, то есть, ударяешь, да, то урон увеличивается. Если вот так стрелять, то от шипов урон не увеличивается. Вот это я не проверял, так как это урон говна. Вот такая вот беда. Но, благодаря тому, что у меня появилась самка, я вывел яйца. Первое, смотрим на характеристики. Здоровье 16, энергия 17, но урон 28, это неплохо. Следующее яйцо. Энергия 17, это урон 21, но зато бег 30, это неплохо. Следующее. Здесь уже энергия 26, я такой думаю, о, классно. Урон 28, вообще огонь. Бег, конечно, 21. Я уже увидел, что есть более клевый бег. Захотелось получше. И здоровье 16. Но зато энергия и урон. Это неплохо. Думаю, еще одно яйцо выведу. Полетел, нифига себе залагал. Следующий. Просто офигеваю. Урон 28. Бег 30. Здоровье 34. Конечно, энергия 17, но и фиг с ним. Думаю, ну ладно, еще одно яйцо выведу и... Это прям... Ух! Да, урона, конечно, всего лишь 21, но энергии 26, здоровье 34 и скорость 30. И тут как бы вот... Здесь получается энергии меньше, но урона больше. А здесь энергии больше, но урона меньше. Ну, в общем, я понял, что вот эти вот два, это те, кого я буду выводить. Поэтому, да, велика я буду выводить все-таки. Пускай будут. Принять и... Опачки, принять. Вот, буду выводить великов и уже смотреть, что, как, да, где. Ну, во-первых, они будут быстрее уже. Однозначно они будут быстрее. То есть вот у них скорость 30, здесь тоже скорость 30. У самки по 21 скорость. То есть, это однозначно скорость хорошо. Урон здесь, то есть, вот, если смотреть на... Ой, куда я сам смотрю? Если смотреть на самца, у которого урон самый такой топовый, у него 28 урона. Энергии, конечно, 26. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, у них будет доп. Урон из-за привязки, что очень даже неплохо. Поэтому сейчас выведу и посмотрим, что как где. Опять-таки же, все из-за того, что... Текс, отцепись, или ты отцепись, ты отцепись. А, нет, хотя стоп, один, прицепись ко мне. А, ёшкин кот, нажал, не... раньше времени нажал. Давай, ну, ты будешь... Мелкий пиздюк. Во, отлично, пойдет. Опять-таки же, считаю, что они идут в этом плане, конечно, ну, получше. Так, эти яйца уничтожаем, потому что мне точно не нужны. Во-первых, здесь самец самка, этого вполне достаточно. А во-вторых, они, ну, такие нормального левела. Не, нормальной прокачки. Притомил Гигу, Гигу я уже показывал, как я томил. Ну, как бы такое себе, если честно. То есть, вообще не понимаю, зачем мне Гига. С его уроном, назовем это так. Сейчас покажу Гигу. Гига 45 левела был. Камон, нету Гиг на карте. То есть, вот, если смотрим, то вот мне Corrupted Гига. И здесь тоже Corrupted Гига. Все, ну нету их на карте, и в этом-то и проблема. Вот такая вот жопа. Пойдемте покажу урон. Ну, то есть урона вообще как такового от него, ну, можно так сказать, и нету. Это 40 левел, это говно. То есть, чтобы был урон от Гиги, нужно, чтобы, во-первых, он был прокачанный, во-вторых, желательно выведенный. Что, в чем основная, можно так сказать, проблема. Кстати, давай проверим заодно, что здесь у нас, ну, такое туда-сюда пойдет. На халяву добывает, и бог с ним. Так. Гига.
Сейчас я вам покажу его. Вот я сейчас ему урон прокачал. Ну вот смотрите. 856. Ну, у меня велик наносит примерно столько же со стрельбы. О, велик у меня наносит 930, что ли, урона, когда он стреляет. Гига и велик. Ну, вы понимаете, да? Поэтому гигу только топовую томить, если в как бы его единицу. И получается выводить их с более топовыми генами. Ну, понятное дело, то, что вот прогало. То, что здесь сейчас, ну, такое себе. Плюс выносливость. Вот я уже пробежался и все, чувак устал. Выносливость расходуется просто очень сильно. А учитывая, как я люблю шифтовать, это прям для меня будет, ну, как бы проблема. Я очень люблю шифтовать, и для меня бег, можно так сказать, откроется. Я недавно только додумался, что можно так к воротам подойти и зажать ей, и откроется вот эта вот менюшка. А вот, да, это смешно, но это факт. В общем, рексуши бьют больше, и толку от них больше. Тем более, они уже выведены, и все в таком духе. Поэтому, ну, как бы такое себе. Поэтому решил выводить великов. Велики, я думаю, будут все-таки, ну, как минимум, хотя бы они стреляют. Ну вот, и выносливость у них будет побольше. Сейчас выведем великов и сгоняем дефы дропы. Да, это просто обычная буденная шляпа. Так, говно. Вот, обычная буденная шляпа, потому что, ну, честно. У меня есть два варианта. Либо я сейчас всех рексов сливаю. Точнее, иду на босса и сливаю. А, либо я все-таки залутаю это сраное хотя бы одно седло. Ладно, хотя бы один рецепт на седло. Потому что седло я залутал. Но извините, это был не рецепт. Он на пацане надетый. Вот, Рекс 1. Да, я залутал седло. Но дайте мне рецепт этого седла. Это будет клево. Вот, то есть... Я не читерю, я себя читерю, когда я вызываю артефакты. В том плане, что это было на острове, там по-другому не добывались артефакты по-нормальному. Ну вот, а и на операции тоже там баганулся, и артефакт у меня больше не появлялся. Ну, такая вот фигня. То есть я могу только вот это себе читерить. Все остальное я играю как положено. Поэтому, да, обычные будни, а других вариантов-то и нету, куда деваться. Не, ну я могу просто неделю выпуски не выпускать. Я думаю, вам это не понравится. А вот, поэтому давай, выводите великов и пойдем воевать за дропы. Так, ну и что я хотел показать вам. Смотрите. Вот раскачанный самец. 5% урон. 28 плюс 29 вкачанных статов, да? И вот 21 плюс 41, уже 6к. И 28 плюс 33, уже 5,8к. На 30 тысяч хп. Там 20 тысяч хп. И здесь получается выносливость у меня 5000, ну я по 5000, почти по 5000. Здесь кое-как 3000. И это еще не максимум раскачанный. Плюс они бегают намного ядренее, у них скорость... Сейчас вот разлагается немножечко. У нее скорость передвижения намного больше. Ну, в два раза. То есть здесь скорость 120%, здесь скорость 240%, так как это поколение второе. Вот, и уже довольно-таки неплохо. Плюс доп. Урон будет благодаря узам. Ой, не узам, а вот в правом верхнем углу этот... Сопротивление и доп. Урон благодаря привязке. Во, привязку вспомнил. Вот такая вот фигня. Кстати, самец попросил просто приласкать, а вот самка захотела отличный корм. Это, конечно... Ну, благо он был. Но, как бы, без заморочек с этим проблем нету. Ну, а сейчас пойдем на дропы. Либо дропы, либо еще что-то. А, вообще, я хочу попробовать чисто только двумя великами пойти. Без рексов. Вот, двумя великами чисто для того, чтобы подкачаться. Но сначала их похиляю.
Что я могу сказать? Чутка перехрабрился в самом начале. А что самое главное, протупил просто жестко, когда... То есть я не выбрал нужных этих, нужную группу и нажал агрессию. И Птер просто пошел в агрессии бегать. Но, честно, на двух великах я не вывез, и это прям изначально было обречено. И уже под конец, под последним увидели, я просто уже вызываю рексов всех, потому что, ну, это жопа полная была. Как бы по-другому точно не выжить было бы. Дроп, как обычно, полное говно. Почему? Ну, потому что, мать их, конченых сёдел нету. Вот ты просто возишься тучу времени, и тебе дропается фундаменты металлические, куча кревокапсул конченых и так далее. Ну, камон, это полное говно. Одно хорошо. Рексуши меня спасают. Прям жестко они меня спасают, как бы то ни было. Да, и без них бы я бы точно бы здесь бы ничего бы не смог сделать. Поэтому я думаю, единственное правильное решение это... Идти на красный дроп, что когда где уже там смотреть. Но я все еще попробую один раз залутать. Ой, на красный, на фиолетовый дроп. Один раз попробую последний залутать красный дроп. Если уж там не выпадет седла на Рекса, то пойду уже, пошло все в жопу, пойду у этих. Пойду на фиолетовый, вот таким вот составом, короче. Конечно, еще кабанчика бы лучше бы, чтобы вот он хилял, но бог с ним. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я рассчитываю на то, что я смогу задефать, я надеюсь, дроп. Хотя можно, допустим, титана притомить и фиолетовый дроп уже пробовать на нем. Притомить, задефать. Такая вот фигня. А знаете что? Следующий деф... Ну, практически ничем отличаться не будет. Ну, если уж на то пошло. Я буду также на велике. Только на этот раз у меня сразу же будет несколько рексов тусоваться со мной. И, ну, как бы это будет то же самое. Поэтому смысла в этом, ну, я считаю, нет. Поэтому давайте на этом закончим серию, тем более я посчитал, вроде плюс-минус нормально вышло, там уже за 20 минут выходит, поэтому, ну, куда ж больше. Честно, конечно, меня больше прикалывает то, что по факту, у велика урона больше, чем у гиги. Поэтому я, наверное, так серию назову. Велик лучше, велонозавр лучше гигантозавра. Вот, такая мысль мне пришла в голову. Ну, реально, вот данный велик, выращенный лучше, чем вон тот гига 45 левела. И это не кликбейт, это реально лучше. Как бы то ни было. Вот такие вот дела. Ну а в следующей серии, я уже думаю, мы пойдем на битву с боссом. Уже пора пойти на битву с боссом. Тем более уже близится Новый год. И я думаю, к Новому году расправимся с боссами. Но там еще нужно будет боссов притомить. А потом еще нужно будет на альфача пойти. Ё-моё, я даже представить не могу, как я пойду на альфача. До короля. Ой, в жопу, короче, все это дело. Давайте заканчивать. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, напишите, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.